Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет такое необычное видео о птичках. Смотрите, хотел рассказать вам о таком моменте, что у нас в России в последнее время почти не видно ни воробьей, ни воробьев, ни голубей. Ну, голуби есть, но воробьи вообще пропали. И вот случайно, наблюдая за деревом, я все-таки заметил воробушков. Они реально сидят и существуют пока. Что-то улетело. То ли я их напугал, то ли нет. Вот на верхней веточке, смотрите. Целая веточка воробьев. Откуда они там взялись, непонятно. Но они существуют. Дело в том, что, смотрите, у нас вот получил такую информацию. Один из комментаторов мне написал, что в России вообще пропали воробьи из городов, там везде. А сейчас, секунду, голуби есть, а воробьев нет. Но вот, как вы сами можете наблюдать, смотрите, воробушки существуют, по крайней мере, в Липецкой области. Ведь сидят, воркуют. Так, и вот даже сейчас я вам покажу голубя. Секундочку. А где голубь был? Вот. Дерево такое облетевшее, все без листьев. И вот такой вот странный голубь сидит, смотрите, весь замерзший какой-то, серого цвета почему-то. Оперился весь, холодно видно ему. И вот спрятался здесь на веточке, сидит точнее. И так, где тут синичка, если не ошибаюсь, пролетала из маленькой птички. Я видел где-то синичку. Сейчас мы сверху посмотрим, что там. Только воробьи сидят или все-таки еще, может быть, и синичка какая-нибудь. Нет, ну это вот воробушек. Что-то их немножко спугнул. Вот он один остался на веточке. И сидит, видите, воробей. Все улетели, а он не решает, как ему поступить. Нет, сверху там еще парочку сидят. То есть, в итоге, что я хочу сказать, что воробьи на самом деле в городах еще есть. И, кстати, бабочки. Обратите внимание весной, что бабочки тоже у нас сильно-сильно пропадают. А вот что за птичка? Тоже воробей, да? Или синичка? Что-то не понял. Наверное, воробьи все-таки. Целое дерево. Так, сейчас, секунду. Вот, кажется, синичка. Сейчас, секунду. Где-то вот здесь вот пониже. Это веточки вот тут вот. Что это за птичка? Видите, это уже не воробей, это уже синичка. И вот они кушают. Что они едят? Какие-то перья, не пойму. Грызут, видите? Птичка-синичка. Куда-то улетела? Куда-то пониже. Сейчас, секунду. Мы ее найдем. Вот она. Птичка-синичка. Летает осенью, ищет, что покушать. Еды немножко. Вот они пытаются хотя бы что-то себе найти. И видите, даже получается, что они живут вместе. И синички, и воробьи. А вот какой голубь, интересно. Смотри, сейчас, сейчас, сейчас. Вон один сидит вдалеке. А один где-то вот здесь на веточке. Вот-вот улетел, вот он перелетел. Это может быть тот же, хотя... Может быть и тот же, просто перелетел повыше. Там вдалеке он еще одного заметил. Просто перелетает голуби куда-то, куда-то что-то их чуть-чуть подраспугануло. Так, а вот синичка. Вот она, синичка. Видите, какая сидит? Это уже не воробей, это уже покрасивее будет, да? Думаю, вам понравится, ребята. То есть воробьи еще есть. К чему я все это рассказываю? Я рассказываю к тому, что вот эти вот антенны, вышки наши, которые облучатели, плюс... Это сотовая связь, во-первых. Да, во-вторых, распыляет то, что нам с самолетов. Ох, синичка прям хотел ко мне залететь. Нифига себе. Прям летала, летала, знаете, прям. Как слышите, что я не разговариваю. Почти все птички разлетелись. На дереве столько сидело много воробьев и всех. Это что тут болтается непонятное? А, листик. Листик, 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 листик. А птицы-то уже нет, получается?
Все, ни одной птички, ребят. Все разлетелись, но мы с вами увидели реальных воробьев. Они были здесь. Всем говорю удачи, пока. Вот такое видео. Следите, пожалуйста, за птичками, которые есть. Вот еще синичка прилетела. То есть, прошу вас обращать внимание, если вокруг вас птички попадаются ли. Вот у меня воробьи есть. Все-таки я увидел воробьев. Следите за бабочками, воробьями, за, может быть, голубями. Потому что говорят, что им или корма не хватает, или все-таки вот эти вот волны их потихонечку облучают и убивают. Вот эти маленькие птички. Все, разлетели все. Всем удачи, пока, смотрим видосики и поехали. Бум!